Привет всем. Продолжается у нас наступление на Конго. Уровень агрессии у нас довольно-таки высокий. Не знаю, как долго придется его ждать, когда он понизится, но сейчас мы будем наступать очень долго. Поэтому предлагаю сейчас еще подкупить войск. Где-нибудь под соточку. Вот так, пусть. Давайте резервы сюда еще введем. Офигеть, последнее наступление. Мы их просто сейчас сточим всех. Танков у нас вон сколько. Будем до победного. Давить всех. Так, самолеты стали лучше летать. Тут у нас что? Боевые единицы. Давайте здесь прокачаем. Опять ядерку. Да вы с ума сошли уже. Бедный Египет. Весь под ядерными ударами. Жесть. Пришлось потратить все очки действий. Это я зря, конечно, сделал. Ну ладно. Так, и теперь мне просто не хватает, да? Давайте так. Тоже мощно сопротивляется, так же как и эти товарищи. Обсидиан, как они там, Абиссиния сопротивлялась также упорно, сильно, но все-таки превосходство в численности, думаю, сыграет свою роль. Сейчас мы всех сточим под конец. Да блин, ну давай уже сильнее. Поднажмем, товарищи. Опять у них целая куча пехоты появилась. Сорок 5% это просто жесть. Маленький партизанский отряд сдерживает целую армию. Вот теперь точно пробьем.
меня уже уровень агрессии опустился ниже сотки, пока я тут эту военную кампанию веду. Но зато военных потерь практически здесь нет. Четвертое место держим, скоро Турцию обгоним. Так, отлично. Давайте глянем, что еще можно улучшить. Что-то клепают нас, как не знаю что. Ну, давайте, давайте, все, продавили. Офигеть. Кое-как. Так, ну чё, Конго, отдаем земли. Вот так, маленько нижняя Конго и центральная Конго осталось захватить, и все. Давайте нижняя Конго тоже подготовим претензию. Да, вот когда, если не получится сейчас подготовить претензии, это будет фиаско. Нормально, Конго такой чик и сидит у нас внутри страны. Так, теперь, что у нас тут по плану? Так, блок я пока не хочу создавать, он мне нафиг не нужен. Так, Южная Африка. Все-таки у нас еще экономическое развитие слабое. Вот, среднее и все тут. И никуда не деться. Ура! Получилось. Отлично. Молодцы. Отлично. Это мы все будем захватывать обязательно. Но сперва все-таки пониже. Уровень агрессии сделаем, а то как-то некомфортно мне с таким уровнем. Тут уже вот он. Так, а коалиция чё? Напасть на коалицию он.
Дело-то такое страшное. Могу и просрать. Ладно, пока изучаем. А то если нападу, будет мне прикол. Так, что? Увеличиваем здесь на соточку еще. Так, отлично. Здесь увеличиваем. Тоже на сотку. Вот так. Так. Блин, я не хочу, чтобы на нас нападала коалиция. Ладно, сейчас восстановим армию по полной. Как бы посмотреть, кто входит в коалицию. Нашли против кого воевать? Против слабой Африки. Вот же гады. Вон, у вас там есть Турция. Здесь есть Междуморье это. Вот с ними и воюйте. Да идите вы в зад. У меня экологическая энергетика, чистая. Так, сколько тут времени? Половина уже прошло. Чё там армия моя купилась, нет? Сейчас заедут в войска самолеты. Супер. Можно еще подкупить маленько пехоты так. Вот так. И посмотрим. Ну, нападут. Надеюсь, все-таки не нападут. То все-таки не хочу я пока так. Люблю нападать сам, когда все подготовлено, когда войска готовы, а тут бац, собаки всякие лезут. Так, почему я это не могу? А, давайте сюда активируем. Дальше. Лазеры активируем. Чуть меньше года. И тут скоро нападение, да?
430 пехоты, 300 танков. Да пошли вы. Так, мы проиграли миротворческим силам ООН. На месте нашей страны будет создан новый мировой мирный порядок. Уничтожить блок, лишиться всех областей культуры категорически неприемлемо. Счет, милитаризм. И чё? Чё за бред? Чё за херня? Охерели, что ли? Так нечестно, даже не напали. Просто раздербанили мне тут штат Южный Судан, Восточный. Ну ладно, я Конго еще заберу, Анголу заберу. И остальные тоже эти страны заберу себе. У меня есть тут требования. Так что ничего страшного. Потом посмотрим, кто кого. Просто надо дождаться, когда эта поганая агрессия спустится пониже. Ну вот так. Значит, надо на страны ООН всегда нападать, когда они объявляют вот эту вот тему. Не надо сидеть и ждать. Ну, я не знал. Теперь будем знать. Все равно я тут все заберу себе. Сейчас все тем более прокачаем, и вообще нам будет не будет равных. Да, конечно, это нас не сильно спасет, но все равно сейчас сделать нечего. Ждем тупо, когда у нас спадет уровень агрессии, и ждем, когда у нас тут выучатся технологии. Так, а что у меня с армией? С армией вроде нормально все. Так что можно спокойно продолжать воевать. Чуть уменьшили, да? Но ничего, это ни в коем разе мне сильно не помешало. Может быть, даже еще и в этой серии атакуем Конго. И как раз заберем себе оставшиеся земли, потом Анголу, ну и остальные вот эти вот страны мелкие, бывшие наши территории. Так, что еще можно сделать? Давайте дальше изучать здесь. Пехотинцев своих надо хорошенечко прокачать, потому что они у нас совсем слабенькие. На один я, что ли, принимаю участие в этой всей лабутине. Нафиг никому не надо. Блин, я что, самый агрессивный в мире?
Походу на то. Блин, все упирается опять же в очки действия. У меня их слишком мало. И они кончаются. Так, и чё? Я не вышел еще. Блин, совсем маленько Турцию догнать. Так, ну можно, я думаю, попробовать уже атаковать. Авторитаризм. Да блин, как не вовремя. Так, Конго. Посмотрим теперь, как ты запоешь. Ну-ка, давайте давите их. Попробуем снизить им боевой дух. А то они совсем краев не знают. Так, сюда активируем. Здесь активируем. Ну, давайте, последнее наступление. Посмотрим, как сейчас тут будет. Даже что, не потребуется снижение боевого духа? Или все-таки потребуется? Ну, отлично. Дух снизили. Теперь точно победим. Отлично. Так, что у меня там с потерями? Двадцать всего лишь. Да вы чё? С ума сошли? Что-нибудь только одну можно область захватить. Хреново. Это очень хреново. Ну ладно, в следующей серии атакуем Анголу и захватим ее земли. Друзья, всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.